Два разных матча по ходу одного провела, по словам наставника торпеда Кари Ялонина, его команда в Праге. Активность «Льва» привела к открытию хозяевами счета на исходе первого периода. В самом начале второй 20-минутки у нижегородцев появился шанс в виде численного преимущества, но, увлекшись атакой, торпедовцы упустили из внимания скамейку штрафников, и отбывший наказание Томаш Рахунок убежал один на один с Виталием Ковалем и удвоил счет. Затем «Лев» отличился в большинстве – 3-0 в пользу хозяев ко второму перерыву. Третий период стал тем самым другим матчем, о котором говорил Кари Ялонин. Солидное преимущество «Льва» было сведено к минимуму благодаря двум голам торпеда с интервалом в 34 секунды. Михаил Варнаков на пятаке блестяще воспользовался передачей от Александра Семина. А вслед за этим эпизодом шайба влетела в ворота Штепаника рикошетом от защитника после броска Артема Чернова. Нижегородцы продолжали давить, по броскам в третьем периоде 19-8 в пользу торпеда, но Штепаник больше не ошибался. Точка в матче была поставлена за полминуты до его завершения. Гол в пустые ворота закрепил успех «Льва» 4-2. Торпеда из Праги переезжает в Санкт-Петербург. Владимир Широков, Торпеда ТВ.